Ну что ж, друзья, сегодня решили заселить еще нуклеусы. Миша раздает сироп. Это нуклеусы, где слетели пчелы, где что-то пошло не так. Тут у нас 16 штучек. Тут даже вот медочек есть у нас, печаточка небольшая. Здесь, кстати, в этом нуклеусе была плодная матка, яйца были уже, и они полностью покинули этот нуклеус. Даже вот я буквально сутки не успел отобрать матку, по какой-то причине произошел слет, яйца остались, мед не разграбленный оказался. Ну все, сейчас будем трясти пчелу, и партия неплодок есть у нас, будем заселять. Там еще последние, да, Миша, остались? Ну все, я пойду за маточками. Ну, в общем, вот у нас семья-воспитательница. Здесь была прививка. Матки вышли. Вот тут 16-я матка, меченая, бегает матка. Ну, здесь единственный маточник, может быть, застыл он. Матка не вышла. А так вот, матки у меня здесь вот хранятся. Дал им пчелы, корма. Все. Вот меченая бегает матка. Сейчас эти матки пойдут в наши нуклеусы. Заселим. Но эти матки у меня вышли пару дней назад. Они тут хранились в улье. Заселить нуклеусы вчера не пришлось. Было другой масса работы. Ну что ж, друзья, будем брать, трясти пчелу. Как правило, мы берем пчелу с расплодных рамок. И обязательно смотрим, чтобы не попала у нас матка. Расплод неплохой. Матки не видно. Трясем пчелу. В общем, используем, как обычно, ведро 20-литровое. Водичкой немножко вспрыснем. Вот таким образом. Делать надо очень быстро. Матка. А вот и хорошо, попалась нам здесь матка. Вот она, маточка на рамке. Откладывает яйца здесь, и яйцо есть, и разновозрастной, в общем, расплод. Очень даже неплохо, эту рамочку я делаю в сторону. А с расплодных рамок мы будем сейчас, не заглядывая, попадет, не попадет матка, трясти пчелу. Вот пчела выходит здесь. Нектар брызжет. Что-то несут. Вот расплодная. На расплодной рамке больше молодой пчелы. Та, которая меньше слетает из нуклеусов. Последнюю рамочку, и достаточно с одной семьи. Все, сейчас пойдем заселять, потом снова также будем трясти пчелу из другого улья. Прежде чем мы будем заселять, засыпать нашу пчелу в нуклеусы, приготовили водичка. А вот наши маточки здесь вот находятся. Клеточку мы обмакнем в водичку, чтобы матка наша молодая не взлетела. Миша сбрасывает нуклеус, я подсыпаю пчелу. Смотрим,
Засыпать буду неполную вот такую вот кружку солдатскую. Старинная кружка. Есть. Ну вот. Матка здесь бегает. Все, ее туда. Закрываем. Водичку. Убедиться, что матка там у нас. Угу. Вот она, матка. Все туда залезла. Я беру кружку. Беру пчелу, засыпаю. Миша все закрывает, рамочки ставит. Вот так вот вдвоем. И вот так вот все у нас получается. Клеточка. Угу. А вон маточка. Вот она, сырая, туда заползла. Пчелы. Все, давай дальше. Засыпаю. Вот дальше. Закрывай. Угу. Есть. Засыпаем. Ну и все пока что. Продолжаем заселять нуклеусы. Есть? Стоп. А, подожди, что-то. А, нормально, вон. Здесь есть, да. Она как-то вначале не захотела вставать. Она прилипла. Ага, есть. Есть. Идем. Закрываем. Так, штуки три еще заселим. Угу. Так, банки. Последний. Все. Немножко не хватило, еще три нуклеуса и все по заселению на сегодня. Ну вот так вот мы заселяем наши нуклеусы.
В общем, далее что у нас будет происходить? Сейчас мы эти нуклеусы поставим в прохладный зимовник. 3 дня они отстоят. На 3-й день мы их выставим на тачок, в наш нуклеусный парк. И с вечера откроем леточки. Леточки также можно открыть и рано утром. Все. Потом да? По погоде ждать облета. Ждать облета, да. Ну, на второй день можно проверить. На второй день можно проверить, матка на месте или не, или она потерялась, либо пчелы ее не приняли. Всякое бывает. Ну, проконтролировать. Если матки нет, там дать маточник, либо еще что-то. Ну, вот так на этом видео будем заканчивать. Вот так вот заселяем нуклеусы. Подписывайтесь на наш канал. Также оставлю ссылку на наш новый канал Дзен внизу в описании. И также на телеграм-канал, на наш, на нашу группу продажа маток. Также мы продаем матки. Сейчас продаем в основном плодные уже матки. Ранее были матки неплодные, кто-то покупал. А сейчас есть пока что в небольших количествах плодные матки. Так что, пожалуйста, обращайте. У нас только, ребята, самовывоз. К нам нужно приехать, забрать маточек. Как-то так. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Всем удачи!